Карапуз представляет. Всем привет! Сегодня в нашем городке любимых и дорогих машинок события. Посмотри на эти трассы. Неужели наши монстры сегодня будут опять гонять? Ну, главное, чтоб сильно не нарушали правила дорожного движения. Потому что наша полиция все время следит. Главное, чтоб успевала следить. Еще к нам приехали гости. Гости с любимого мультфильма «Тачки». Вы посмотрите, их привез замечательный маг. Это наша молния. Он у нас эксперт по гонкам. Ну, Метро ты тоже знаешь. Сегодня он в виде доктора. И на всякий пожарный, как говорится, случай, наша пожарная машинка Ред. Они внимательно будут наблюдать за событиями. Итак, друзья, наши монстры выезжают и все-таки собираются гонять. И, наверное, не просто гонять, а гонять с нарушением правил дорожного движения. Что же предпримет полиция? Итак, первый монстр выехал на трассу и погнала гонка! Погнала гонка с такими крутыми поворотами! Он преодолевает все, ведь это супертяж! Жив, монстр! Есть! И он случайно наезжает на нашего полицейского! Что же делать полицейскому? Он испугался! Но не в плане, что он не догонит, а то, что у него заглох мотор! Ему нужна помощь, ему нужен напарник, друзья. И сегодня я представляю новинку. Посмотрим, что это за новинка. Итак, друзья, вот такая у нас новиночка. Посмотри, это суперспорткар в виде полицейского. Наша машинка тоже крутая. И тоже фирмы Lamborghini. Но этот еще круче, еще быстрее. И он, надеюсь, догонит нарушителя. Так, сейчас быстренько откроем коробочку. И давай поближе посмотрим на нашего полицейского. Сейчас мы освободим его. Так, вот мы освобождаем колеса нашего замечательного полицейского суперспортивного кара. Посмотри на него. Да это прям стрела. Вот как открываются у него двери. Это действительно по суперспортивному. Так, у нас Lamborghini Murcielago LP640. А это у нас тоже Lamborghini Urus. Ну, я надеюсь, у нас будет теперь действительно супер полицейская пара. Напарник. Они достойны друг друга. Посмотри на них, какие они крутые. Итак, операция начинается. Наконец наш полицейский завелся и поехал в догонку. А супертяж тяжеловес думал уйти. Да не тут-то было. Переехав все преграды, его ждала наша новая полицейская машина. Все, сдаюсь. Конечно, сдаешься. Ведь ты понял, что мы с напарником теперь работаем вдвоем. И теперь в нашем городе точно не будет нарушений. Вот такая, друзья, получилась у нас история. Вот с такой замечательной новиночкой.
И теперь в нашем полицейском ряду прибавилось прибавление суперспорткар. Эта супермолния сделает свои полицейские дела и будет в городе всегда спокойно. Ну что, молния, ну что, друзья, понравилась вам история? Да, конечно, все у вас будет в порядке. И у вас, друзья, все пусть будет в порядке. До скорых встреч, до новых новинок и, конечно, истории. Всем пока! Не забывайте ставить лайки, а также выбирайте и нажимайте в окошках новые видео. И подписывайтесь на наш канал. Мы будем очень-очень рады.